Юные зареченцы с удовольствием ликвидировали воображаемое возгорание водой из пластиковых стаканчиков и радостно покидали пожар по натянутому канату. Но несмотря на кажущуюся легкомысленность всего происходящего, эти ребята знают, насколько серьезными могут быть последствия неосторожного обращения с огнем. Сотрудники музейно-выставочного центра и зареченские пожарные подготовили для детей, отдыхающих в летних городских лагерях, развлекательно-тематическую программу и еще раз напомнили правила безопасного поведения. Для детей это все подготовлено в более доступной форме, поскольку требования пожарной безопасности написаны взрослым таким языком. Ну а для детей хочется это все-таки донести в виде викторин, каких-то сценок, каких-то различных стихотворений, поскольку дабы, чтобы легче запомнить те или иные требования пожарной безопасности. После викторины и физической разминки юные пожарные смогли познакомиться с настоящими огнеборцами. Ребятам было интересно все. Они задавали вопросы про специнструменты, изучали оборудование пожарной машины и внимательно слушали разъяснения специалиста. Машина на базе КАМАЗа АЦ-3.2 40х4. То есть на ней вывозится 3200 литров воды. Насос у него пожарный, 40 литров в секунду выдает давление. Конечно, покрутить рычажки и понажимать кнопочки в пожарной машине ребятам не разрешили, не положено. Но и без этого впечатлений детям вполне хватило. Мне очень понравилось сиденье водителя. Там много разных кнопок и интересный руль. Впечатление необычное. Я в первый раз нахожусь в пожарной машине. Было очень прикольно посмотреть. Но самое главное, эти ребята вряд ли ради озорства возьмут в руки спички, ведь они прекрасно понимают, сила огня огромна, и чрезвычайную ситуацию проще не допустить, чем ликвидировать. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».